привет! Я Анфиса Чехова, готова стать женой любого звездного мужчины, чтобы наладить или испортить его личную жизнь. Ведь я жена на прокат. И помните, каким бы ни был брак, главное, чтобы он был прочным. Смотрите сегодня. Анфиса Чехова выходит замуж за Митю Фомина. Ты не пожалеешь кого-то? Вот уж не знаю. Я смотрю на тебя и понимаю, что я уже не жалею. Ты не пожалеешь? Сегодня я стану женой на прокат Мити Фомина. Но учитывая, что мой будущий муж такой талантливый, веселый, такой харизматичный и симпатичный, я думаю, что эту неделю я проведу абсолютно в свое удовольствие. Для начала я решила встретиться с бывшей коллегой Мити по группе Hi-Fi Таней Терешиной. Она провела с ним столько времени в совместных гастрольных поездках, что наверняка поможет мне отыскать ключик к Мити Фомину. Приехала ко мне Таня Терешина в салон. Она девушка очень открытая, откровенная, не стала ничего от меня скрывать. Главная соперница у тебя будет, это собака его. Да ладно? Да, Слива зовут. Слива? Что это за порода? Знаешь, такая вот рыженькая кокер-спаниель. А-а-а. Угу. Он с ней спит, живет вообще прям, она у него лучшая подруга. Зоофил? Нет, не зоофил, но я думаю, что она для него является такой личностью, знаешь, характером. Вот, это первое. Угу. Второе, я тебе могу сказать, что у него есть одна такая особенность. Он любит бегать по утрам вокруг дома. И опять-таки с этой же собакой. Эти мужья меня, честно говоря, достали. Они все любят бегать. Я уже забегалась. Он не пьет. Ведет здоровый образ жизни. Не курит. Представляешь? Я-то думала, мы будем веселиться. Помешать он любит, нормально. Да? Я думаю, что да. Ну, то есть то, что вот у него вот такие вот особенности есть. Потом, знаешь, когда он засыпает, я просто помню, когда, знаешь, всякие гастроли, там, переезды, наверное, там оставались у него, у меня. У него есть особенность, он, когда засыпает, начинает подергивать левой ногой, так вот, и похрапывает. Собака делает то же самое, представляешь? Он под дых подергивает левой ногой. Дернула его ногой. Зубов нет. Собаки, причем, выбил, да? Нет, она спит не у рядом, с ним рядом. И оба лежат и дергают ногами. Да, подергивают так. И храпят. Угу. Представляешь? Ну, я не знаю, может быть, тебе то же самое надо будет сделать? Может, мне просто берушки запастись? И этой шапочкой боксерской и капов ставить. Слушай, ну а детей он хочет вообще? Очень. Да? Очень. Хочет очень. Это просто жалко, парня пропадает. Уже взрослый, красивый, умный, много чего добился, и нет рядом с ним девушки. Понимаешь, когда почему, стоит. Как ты думаешь? Как ему девушки нравятся? Мне кажется, потому что у него запросы большие, а девушки тоже, у него характер, и у девушки, как правило, характер. Просто у него какие-то сучки и стервы попадались, понимаешь? А я не такая. А ты вообще не такая. Ты просто ангел. Посмотри, тебе белое платьице, господи. Ты вот так вот всегда будешь каждое утро подходить к нему в этом белом платье. Ну как можно тебе-то с тобой ругаться так? Я тоже так думаю. Я приезжаю к своим мужьям в 90% совершенно неожиданно. И они всегда бывают одеты не пойми во что, но уж точно не во фрак с бабочкой, там, как это положено жениху. И поэтому мы с Таней решили, что было бы неплохо приехать к жениху с уже свадебным комплектом, свадебным костюмом, я бы так сказала. Что, ну ему он блондин, в принципе, идея, ему что-то светлое, да, хорошо? Вот такое, боже, с перламутровыми пуговицами. С перламутровыми не будем, не пойдет. А вот беленькая тоже. Слушай, а что это я вообще? Он же тебя будет ждать в бассейне. Как в бассейне? Какой костюм? Ему нужны будут свадебные плавки, а не костюм. В бассейне? Я к нему в бассейн попрусь? Да. Там что делает? Что делает? Ну, наверное, вяжет там, что в бассейне обычно делают. Простите, а у вас нет свадебных плавок? Да, плавки вот с бабочкой, да, было бы здорово, вот так. И вот ты как-то, да, вот очень стандартно выглядишь, он же такой креативный весь такой. Тебе бы тоже что-нибудь, знаешь, такое хулиганское, он же такой, знаешь, помнишь, первая песня была «Беспризорник», у него беспризорнический такой характер. Мне кажется, тебе надо что-то такое несерьезное. Дранье какое-нибудь. Я тебе сейчас скажу, нет, не дранье.
Я просто на всякий случай. Что, мы это что, запаслась? Смотри. Я взяла тельняшку. В бассейн, да, в тельняшке. Да, морская тема, как прикольно. Мило. Ну, давай, одену, посмотрим. Мне кажется, хорошо будет, смотри. Да? Тут еще сережечки там красненькие повесим, поясок беленький, вообще будет самое. То есть ты решила меня приодеть? Ну. Какая ты молодец-то. Ой, как круто! Слушай, мне кажется, похоже на морячку. Нет, круто, смотри. Что моряешь? Спасательные такие на рукавнике. Прикольно. Мне кажется, я похожа на жену хозяина этого маяка, знаешь, да, которая ждала, ждала своего мужа, который, и утонула. Который придет к Мите и будет там маячить. Вообще, Митя Фомин кажется мне просто каким-то сироткой, бедным сироткой в этом городе. Дело в том, что его родители живут вот в его родном городе Новосибирске. Сестра с мужем живет в Италии, а бедный Митя один живет дома с собакой. Некому о нем позаботиться, приголубить, приласкать. Ну и кроме того, после того, как он ушел из Hi-Fi, где, кстати, он пел весьма сиротские песни «Беспризорник», «Недано», все о том же, о горькой сиротской доле. Как только он ушел из Hi-Fi, он еще потерял своих друзей по группе и остался совсем один-одинешенек. Но я, жена на прокат, сделаю все, чтобы Митя больше не чувствовал себя одиноко в этом большом городе. Может, здесь мы? Митя! Ой, девушка, спинку не подвезете? Какой кошмар! Там мужик такой толстый, волосатый, просит потереть ему спинку. Фу! Ну где же мой суженый ряженый? Митя! Неужели это он в шапочке плывет? Да не, Митя такой стильный, а шапочка какая-то лоховская. Я искала своего мужа, новоявленного, по всему бассейну. Но вы знаете, там все в шапочках плавают, в резиновых. И среди этих резиновых голов обнаружить Митю было совершенно невозможно. Мне показалось даже, что там его нет. Но вообще, по древнерусским поверьям, девушки, чтобы найти суженого и ряженого, кидали обычно на воду венок. У меня, кстати, он имеется. Жалко, такой красивый венок ароматный, в эту хлорку кидать. Ну да ладно, надеюсь, на него выловлю своего Митеньку. Лети, лети, венок, через север на восток. Боже ж ты мой, это кто это? Кто? Мужчина с моим венком, вы кто? Анфиса. Митя. Анфиса. Митя. И ты что здесь делаешь? Я к тебе приехала. Подожди, как ко мне? Правда ко мне? О боже. Да о, что? Я вижу, что откуда я не ты... зря приехала. Откуда ты такой красивый? А ты откуда такой красивый? Какое тут платье? Какой шлейф. Это платье твоей невесты. Моей невесты? Да. То есть тебя? То есть меня, твоей невесты. Ой, капельки. Слушай, как бы повезло, да? Несказанно. Я с чемоданом. С приданым? Да. С приданым. Ой, смотри, я тебе сделала пояс гламурный на плавочник. Повернись, повернись, я хочу посмотреть на тебя. Ну, все как я люблю. Даже спасательные круги. Вдруг случайно подскользнусь и упаду. Ну, это, по-моему, единственный, нет, скажем, второй после Сергея Зверева мужчина, который оценил мое свадебное платье. Потому что всем остальным вообще все равно. Это, конечно, очень лестно для любой женщины. И мне кажется, что многие мужчины могли бы брать с Мити пример. И хоть иногда замечать, что она женщина одета. Ведь она же для вас старается. Мне очень интересно посмотреть, что-то в чемодане. Ты готова со мной быть? Да. Ты знаешь меня хорошо? Ну, я навела справки. Ты не пожалеешь потом? Вот уж не знаю. А? Я смотрю на тебя и понимаю, что я уже не жалею. Ты не пожалеешь? О, нет. Митя, смотри, сколько у тебя невесты было на выбор. А ты остановился на мне. А все, и не пожалеешь? И все были раздеты, а ты была одета. Да, потому что это вот женщина какая-то загадка. Да. Давай я им кину на память венок. Пусть им тоже повезет. Давай. А? Это вам, ловите, цветочки. Вы следующая выйдете замуж. Да. Да. Вы поймали букет невесты.
Счастья вам. Вам очень идет, кстати. Смотрите далее. Митя Фомин выдвигает первые требования к супруге. А я хочу, чтобы у меня была волосатая пипичка. А я хочу лысую, пожалуйста. Лысую пипичку? Я хочу лысую. А, кстати, у тебя какая пипичка? Анфиса Чехова стала женой Мити Фомина. Выдержит ли она испытание славой? Анфиса, отдай мне его! Отдай мужчину! Вообще, на самом деле, носить свадебное платье – это ужасная нечеловеческая мука. И мне очень хотелось поскорее скинуть эту длиннющую юбку захотелось домой. Но Митя сказал, что домой мы всегда попасть еще успеем. И надо бы нам съездить на российскую неделю моды и там засветиться, себя показать, на других посмотреть. Ты понимаешь, сколько, ты знаешь, все-таки из всех тех, кто здесь сегодня есть, а здесь очень много народу, я считаю, что ты самая яркая женщина. По многим критериям и многим показателям нет тебе равных, Анфиса. Спасибо. Мне кажется, тебе тоже. Вот никого нет таким, такого стильного, такого, я бы сказала, как бы это помягче, раздолбая. Понимаешь? Да, но я тебе сделаю комплимент ответный. Ты как королева, ты как принцесса идешь по этой красной ковровой дорожке, как звезда Голливуда, можно так сказать. И, может быть, даже ты сегодня вытянешь свой счастливый билет, и ты уже его вытянул, это я. Чем мне нравится неделя российской моды, что там всегда очень много перед входом в сам зал, где находится подиум, очень много разных стендов, где тебе что-то могут подарить, что-то предложить. Вот нам с Митей тут же предложили какую-то скидку в салон красоты и что-то еще. И тут в наших головах созрел план, если так вот здесь все такие добрые и щедрые, не пройтись ли нам по залу, пока мы ждем показа, может, там еще что-то подарят. Пойдем скорее за подарками. Слушай, когда мне говорят слово «подарки», у меня сразу у тебя загорается лавина. Порхают не просто бабочки, а мега-калибри начинают порхать. Я бы даже сказала, синицы у меня мега-коршун начинает порхать. Нет, да что-нибудь урвать. Слушайте, а модельеры, наверное, были бы счастливы, если бы мы ходили в фишах. Если бы Анфиса Чехова одела, например, на себя какой-то жакет. Конечно. Вот, например, зеленый жакет. Сколько стоит? Зеленый жакет стоит очень дешево. 9500. А вот реклама с моим участием стоит 1100, например. Я за вас рада. О, Митька, смотри, слушай, вот это да. Смотри, это, как это, круто. Это на задницу или это на передницу? Мне кажется, это пиджак, посмотри. Это пиджак, круто. Ты видел, как круто? Давай, я хочу такой пиджак, Митя. Слушай, ну значит, его надо тогда взять и все. На. Я тебе ударю, ты звезда, ты можешь это себе забрать. Забирай. Я звезда, я могу своровать пиджак? Здесь, когда здесь никого нет, ему это можно сделать вообще безнаказанно. Забирай и все, иди. А я сделаю вид, что как будто тебя прикрывают. Все, и ты взяла. Слушай, мне даже как-то неудобно, как сейчас, я что, пойду нет, с этим пиджаком по коридору? Ты его сади на себя и все. Подержи, привет. Пожалуйста. И кто, ты думаешь, не заметит, что пиджак висел, а потом я ушла в почти таком же? Ну нет, конечно. Мы Митя. Просто, он будет как будто, ты скажешь, я его, ты скажешь, это мой, у меня был такой пиджак. То есть ты вот так вот ходишь по гламурным магазинам? Да, как еще иначе. Слушай, давай. Я не могу найти рукав, Митя. Я помогу тебе. Пипец, ты посмотри, какая круть. Что-то из него запчасти сыпятся. Слушай, по-моему, шикарно. Слышишь? Только ты знаешь, по-моему, у меня на груди не сходится. Митя. А зачем? А ты не застегивай на груди его. Ты просто сделаешь так, как тебе нужно. Вот так. Ну, прекрасно. Ты можешь с ним даже выступать на корпоративах, вести какие-то церемонии. Все подумают, боже, в чем это, Анфиса, что она? Ну, у меня на груди же не сходится. Смотри. А давай ты будешь его носить корсетом. Если мы будем идти мимо их магазина, интересно, они заметят, что я в этом пиджаке или нет? Мне кажется, нет. Ну, пойдем.
купить. Мы взяли просто так пиджак с вешалки, и никто не заметил вообще. Тогда мы на нем точно. Давай мы тебе его спрячем под куртку. Давай я сниму, а мы тебе его спрячем. Давай, тихонечко. Пока никто не видит. И вокруг живота обмотаем. Давай. А вы не подарите Боже коровку? Подарим. Ура, ура, ура! Смотри, а вот есть такая мохнатая. Какая тебе больше нравится? Есть стриженная и мохнатая. Я люблю такую. Ну какую? Она смешная, она как гусеница зато, смотри. Зато она очень сексуальная, как будто пиписечка чья-то. Я не хочу ходить с чьей-то пиписечкой на груди. Придется. Мне нравится вот это. Так, я хочу, чтобы у тебя была волосатая пиписечка. А я хочу лысую, пожалуйста. Лысую пиписечку? Я хочу лысую. Кстати, у тебя какая пиписечка? Смотри, что ты покраснела. Конфетку смотри еще, будешь? Не, я не хочу, спасибо. Ты не ешь конфетку? Знаешь, бери, ничего нельзя отказываться, пригодится. В конце концов, чай будут пить не с чем у тебя дома, будут конфетки. Хорошо быть популярными, да? Спасибо большое, да. Ой, с подарками. Ничего покупать не надо. В этот момент, это уже спустя минут 15, мне кажется, или 20, вдруг продавец заметила пропажу и побежала по всему залу искать куртку. И кто-то ей настучал, что это мы взяли. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А я видела, что вы украли у нас куртку джинсовую с нашего стенда. Вы знаете, мы не украли, мы так... Она у нас, да? Ну-ка, признавайтесь. Мы просто проверяли, понимаете? Понравилось, она так понравилась. Нет, мы одели, думаем, заметит хоть кто-нибудь. Мы проверяли бдительность ваших продавцов. Оказывается, вы бдительны. Вы знаете, очень красивые пиджаки. Ваши, да? Ой, слушай, совершенно случайно тут оказалось. Абсолютно случайно здесь оказалось. Даже если я ее повредила, вы знаете, это будет лишним аргументом, чтобы подороже продать. И тут я поняла, что такое... Как бы, когда попадаешься на воровстве. Вот Митя тоже как-то растерялся, мы что-то залепетали все вместе. Стали, значит, говорить, что да нет, мы ее не украли, да мы просто взяли поносить. Вот. Благо, девушка проявила к нам снисходительность, может быть, за счет того, что мы звезды. Может, она просто была добрая девушка и не стала поднимать кипиш. И мы отделались только легким испугом. Наступил вечер, я оделась в платье и приехала на концерт к Мите, чтобы поддержать его и послушать его новые песни. Я же ведь никогда не слышала творчество, новое творчество своего мужа. О боже, эти концерты моих мужей растеребили мне душу. Но Митя самый лучший. Посмотрите, какие голые у него танцуют люди с квадратиками на животе. Странно, что Митя не голый. А я думала, ты в Аргентине. Нормально. Ой, подожди. И с тобой. О, прекрасно. Пришла на концерт к мужу. А, муж. Да. Он твой муж. Неплохой муж, я могу сказать. Согласна. Ой-ой-ой! Давай устроим соревнование! А что? А здесь занято у вас? Смелость! Я к мужу пришла на концерт! Какому мужу? Он поет! Ну, разберемся! Давайте за талант моего мужа! Да, да! И за его сексуальные кожаные штаны! Просто буду стоять в стороне, звонить и не верить тебе. Выпью меня, как предотна, и забуду тебя навсегда. Это, между прочим, его бывшая девушка. Вот та бывшая, которую я хорошо знаю, и с которой я общалась, и которая, наверное, дольше всех с Митей продержалась, это была Ксюша Мерц. После того, как она остыла и перестала сверлить меня гневным взглядом, я решила все-таки подойти к ней и поинтересоваться, что же мне такого нужно сделать, чтобы
угодить Мите, и чтобы он чувствовал себя рядом со мной счастливым, довольным и радостным. Ну, я тебе могу сказать, он любит большую грудь. И вообще ты в его вкусе. Я, ты видишь, куда сочная маромойка такая. А что? А как он с этим справлялся? Ты знаешь, а вкусы меняются. Раньше ему нравились куда сочные такие, сушки. А теперь он настоящий мужчина. Ему нравятся волосы, грудь, талия. Ну, чтоб все было. А у меня кроме страх. Ничего. Ничего. Ну, почему ты блондинка? Ну, знаешь. Натуральная, между прочим. Ну, знаешь, я тебя отведу к моему стилисту. Будет еще лучше, дорогая. Слушай, ну, расскажи какие-то интимные подробности. Чего мне быть готовой? Он сложный мальчик, сложный. Да? Он не любит таких, знаешь, кто готов остаться сразу и переселиться, переехать с чемоданом. То есть нам с ним как нужно, где общаться? Ну, в туалетах, в гримерках? Нет, не надо в туалетах. Приезжаешь к нему домой, вроде остаешься ночевать, ложишься на кровать, надеваешь, он тебе дает маечку, пижаму свою, надеваешь, ложишься с книжкой в кровати, говоришь, ну извини, я забыла, у меня съемка. Встаешь и уезжаешь. Телепроект, который называется «Жена на прокат». Вот Анфиса в этой роли себя прекрасно чувствует, я, в общем-то, тоже в роли мужа пытаюсь как-то себя... Ксюша мне посоветовала держать Митю на расстоянии, не отдаваться ему ни в коем случае, быть для него всегда неприступной, недоступной. А вот Вячеслава, мне кажется, завидовала моему нынешнему счастью и все время об этом говорила, и мне лично, и со сцены. Певица Слава! Да, аплодисменты, аплодисменты. Мне микрофон мне громче. 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 Я пока сниму вот как-то так, чтобы... Да, раздевайся, жена не заревнует. Анфиса! Это песня про любовь, которая уже не любовь, а которая уже просто... Уже родственники просто, да? Уже привычка, родственники, не пойми ничего. Да, да. Просто называется она «Под двумя разными одеялами». Под двумя разными одеялами. Просто холодно, зима на самом деле. Но... Это не про нас. Я говорю, что это про нет, нас. Это не про нас, Анфиса, это про нас. Это не про вас, это про нас. Это даже не про Сорокина. Я, конечно, с удовольствием бы поспать под одним одеялом, но я... даже не про вес. У меня не так много, как у тебя. Мне бороться тут вообще никак. Я думаю, что если бы я пристально за ним не наблюдала из зала, если бы, не дай бог, я бы расслабилась бы и ушла бы надолго в туалет, я думаю, что Слава быстренько бы прибрала моего муженька к рукам. Анфиса, отдай мне его! Отдай мужчину! Анатолий не потерпит. Нет. Все, я все понимаю. Анфиса тоже, Анфиса тут тоже не потерпит. Митька, я тебя поздравляю, ты самый талантливый, самый хороший, самый красивый. Если бы ты не был Анфисой, ты был бы мой. Понятно? Смотрите завтра. Анфиса Чехова осваивает нового мужа и его жилище. Закрой. Смотри, резкий удар!